Информационный партнер марафона news.ru.com. Ответственны перед собой, неравнодушны друг к другу. Дождь. Для тех, кому не наплевать. Сидим и улыбаемся тут мы вместе с нашими гостями, продолжая марафон дождя. Марафон дождя в поддержку нашего телеканала. Марафон, благодаря которому мы можем работать дальше и рассказывать вам о новостях, которые происходят во всем мире, в России, в соседних странах, показывать вам интересные концерты, говорить о самых важных темах, встречаться здесь. И, в общем, работать для вас. 43 дня, 10 часов, 25 минут. Такой итог сейчас пока собранных средств на работу телеканала «Дождь». Так вот показывает счетчик внизу экрана. Если вы сейчас нас видите, уверен, что это так происходит. Может быть, кто-то слышит, я не знаю, отвлекся. Повернитесь сейчас обратно к экранам, потому что все, что сейчас будет происходить, просто требует сосредоточенного внимания и большого... вызовет, я думаю, большой интерес. У нас специальные какие-то особенные гости, мне кажется. Я сейчас вас буду представлять. Анна Бурковская, художник песочной анимации, Денис Казаков вместе пришли к нам, чтобы показать песочное шоу. Притом это будет не просто номер, который был приготовлен нашими друзьями специально для нас, для вас. Номер, он, мне кажется, будет иметь какое-то непосредственное отношение к, в том числе, и ситуации с дождем. И все остальное. Хочу, чтобы вы сами рассказали, чтобы я не придумывал. Здравствуйте. Здравствуйте. Все-таки. Ну, хотелось бы начать с того, что очень приятно находиться на любимом телеканале, на телеканале «Дождь». Мы здесь не случайно. И лично для меня очень важно именно вот в период, когда такая ситуация вокруг телеканала сложилась, быть здесь, участвовать в этой акции, в этом марафоне и посильно быть полезной. Почему для меня это важно? Потому что сегодня я здесь не только в качестве, выражаю не только свое мнение, но и мнение очень многих людей. В частности, мне вот посчастливилось просто родиться в такой семье, вот, благодаря которой я с детства знаю о том, что такое ограничение свободы слова. И поэтому я очень хорошо знаю, почему важно об этом говорить и... вообще, насколько актуальна эта проблема. Вы приводите не свободу слова. Совершенно а что верно. За семья? Расскажите эту историю. Да. Я просто чуть-чуть знаю, а мне кажется, это хорошая история, да. Очень важная. С большим удовольствием я вот, пользуясь случаем, расскажу эту историю. Дело в том, что моя бабушка, Дина Бурковская, является одним из организаторов первого всесоюзного фестиваля бардовской песни, который был организован кафе-клубом «Под интегралом» в легендарном Академгородке Новосибирском. Это замечательные люди. Анатолий Бурштейн и Светлана Павловна Безносова и Герман Безносов. По большей части своей это ныне здравствующие, к счастью, люди, почти все. И это, собственно, те люди, которые... моя бабушка, например, очень переживала и просила меня, вот вы в Москве, потому что она знает, мы занимаемся общественной деятельностью, сделайте что-то, пойдите, поддержите. Для людей дождь во многом как свежий ветер. Так вот на этом фестивале, о котором начала говорить, первый всесоюзный фестиваль бардовской песни, состоялось единственное выступление Александра Галича. Вот. И последствия этого фестиваля были страшными в буквальном смысле, потому что сегодня вот, непостижимо себе представить, мы вот тоже организуем мероприятие, что за проведенный фестиваль, за одну спетую песню, неугодную кому-то, человека могли исключить запросто из Союза писателей и выдворить. То есть часов. Принудить покинуть страну. И они сделали жизнь Галича трагической, потому что он, да, страдал, и все это было ужасно. Интегральцев наших, которые остались, им тоже всем взлетело, и закрыли этот клуб. И поэтому сегодня вот... мы как бы с одной стороны радуемся тому, что у нас есть вот эта некая свобода, да, все-таки, конечно. Вот. Неделю назад мы выступали, принимали участие в концерте, посвященном другому барду, Висбору, в Кремле. Угу. И мы смотрели, вот понимаете, со сцены, да, ясные лица, люди без опасения пришли туда, люди, которые на сцене без опасения выступают. Мы не задумывались, что нам рисовать, что нам играть, да. И вот мы очень бы не хотели, чтобы рано или поздно мы могли вдруг как-то вернуться, даже намеком к тем временам, когда кто-то может узреть в моем рисунке, допустим, как художник в каком-то профиле, чей-то не тот профиль неугодный. Ну, свобода быстро кончается, если этим не заниматься. Да, да, и поэтому нас это очень беспокоит. Конечно, и мы, телеканал «Дождь», в свою очередь, вот мы как смотрим, во-первых, не первый раз уже в гостях у канала, кроме того, очень приятно, что его поддерживают многие наши друзья, которые поддерживают наши акции. Просто действительно единственный канал даже с точки зрения музыки, какая здесь дается музыка. Ведь наши
наших рокеров, ну, музыкантов, таких как Алексей Кортнев, Андрей Макаревич, на Первом канале вы днем с огнем не сыщете. Ну, как бы я называю, да, вещи своими именами. Мы же сегодня пришли. Я не знаю, я просто потому что... Да, но это действительно так. Я просто знаю как раз очень хорошо эти вопросы, ограничения. И «Дождь» действительно дает поток информации, касающейся любой темы. Вот про музыкальную я сказала. Будь то политические какие-то события позволяют. И люди звонят нам из-за границы и говорят, что неужели это правда? Неужели правда могут закрыть такой контакт? Канал. И просили нас прийти и поддержать, что мы, конечно, выражая и их желание, и свое мнение, с большим удовольствием сделали, поэтому мы сегодня у вас. Вот. Давайте, и очень рады этой встрече. Попробуем тогда сразу, собственно, к шоу, и еще у нас будет время, чтобы поговорить. Давайте покажем вообще, что это такое, да, потому что я, например, первый раз присутствую при... Просто да, при установлении такой конструкции. Сегодня мы к вам пришли прямо со своей установкой. Что это будет за номер? В двух словах, может быть? Это песочная анимация. Угу. На глазах у зрителей мы попробуем создать живой фильм. На столе у нас находится песок, и в качестве инструмента я буду использовать только свои руки. Вот. Этот номер мы посвятили дождю. Номер этот называется... Все, договорились. Тогда... Анна Бурковская, Денис Казаков, сейчас начнете. Смотрите, знаете, вот прежде чем мы начнем, хочется, вот вы говорили про то, что нас смотрят за рубежом, для многих это важно. Да. Во-первых, большое спасибо зрителям, которые нас поддерживают. Это правда очень важно, мы это ценим, и мы чувствуем это не только тому, что в интернет-магазине, в котором сегодня появилось много, кстати, новых вещей от наших гостей, там прибывают деньги для того, чтобы телеканал существовал, но и просто... Просто потому, что ощущается вот это постоянное внимание. Интересно, а вот как бы вы обратились, может быть, к людям, которые «Дождь» еще не смотрели? Не смотрели. Да. Который... Для чего смотреть «Дождь»? Ну, «Дождь» необходимо смотреть в первую очередь. А мы пока будем устанавливать. Да, конечно, все это технически непрерывный процесс. Довольно сложный, да, номер. Вот. Я думаю, что «Дождь» необходимо смотреть для того, чтобы не жить в розовых очках, не обманывать самого себя и иметь глоток того свежего воздуха, да, потому что на телеканале «Дождь» информация подается смело, ярко, без цензуры. Вот. И мы сегодня пришли с номером, который, надеемся, мы смело самовыражаем свои мысли. Вот. И людям, которые хотят жить в ногу со временем, которые хотят не отставать от жизни, быть свободными, выражать свои мысли, им обязательно нужно смотреть телеканал «Дождь» по мере возможности. Прошу прощения. Ну, давайте тогда и попробуем посмотреть на телеканале «Дождь». Не попробуем, а я уверен, что у нас все получится. Мы тоже надеемся. Включаем. Сейчас мы будем выключать свет. Будет какая-то интересная музыка. И я вижу, что у вас тут уже что-то приготовлено. Да, мы приготовили. И этот номер мы посвящаем телеканалу «Дождь». Отлично. Я приготовлю сейчас. Давайте, может быть, даже я поучаствую. Нет, вас не получится. Будем тянуть. Нет, это на джойстик. Сказали, все хорошо. Так нет, там же... Моя коллега Ксения Ботанова сейчас как раз следит за тем... Отключить, может быть, как... Да, как у нас происходит установка. Вот мы как раз... Да, это технически очень такой... Кто, где еще смотрит «Дождь»? Вы говорите, в Израиле, да, смотрят «Дождь»? Ну, то, что в Израиле смотрят, это точно в Германии смотрят. Во всяком случае, или они приезжали в Израиль. В Израиле он транслируется точно, и мы знаем реальных поклонников, и которые сейчас непременно. Отлично. Ну, мы готовы. Давайте попробуем. Тогда выключаем свет и начинаем. Менюшка. С удовольствием. Меню там. Второй сон девочки Любы. В Москве полночь, температура воздуха плюс 10 градусов, идет дождь.
Свет зажегся. Анна Бурковская, Денис Казаков. Все же закончилось красиво. Да, все закончилось хорошо. Закончилось хорошо, да, на что мы очень и надеемся. И мы тоже на это очень надеемся. Большое спасибо. 43 дня, 11 часов, 33 минуты. Спасибо большое. Что это такое? Да, друзья. У нас совсем немного времени до новостей, буквально. Все, мы поняли. Это подарок, который мы передаем телеканалу «Дождь». И любой желающий человек может приобрести этот подарок в вашем магазине, тем самым поддержав ваш канал. Это возможность снять, мы снимем песочный клип, вот то, что сейчас зрители могли видеть, песочная анимация на любую тему, которую пожелает человек. Какая понравится. Пятиминутный анимационный фильм. Просто «Египетские ночи». Да. Он будет авторский, эксклюзивный, беспрецедентный. Вот. И поэтому мы предлагаем помогать «Дождю» красиво. А мы покажем активно. У нас на работающем телеканале. И спасибо большое. Слушайте, я никогда не видел, какая это замечательная история. Да, но вы можете попробовать, во всяком случае, все в песок, руки, светящаяся поверхность, и получаются такие истории. И немножко головы. Да. Анна Бурковская, Денис Казаков, спасибо большое. Через две минуты до встречи на «Дожде». Расскажу. До новых встреч. Я вам расскажу о последних новостях, которые произошли уже к этому часу. Информационный партнер марафона «News.ru.com».